Здравствуйте, я Наталья Некрасова, с автошколы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Предлагаю вам вариант оформления сердечка в виде ажуров. Такой узор подойдет для абсолютно любого изделия, если вы хотите украсить его символикой, ну, например, к 14 февраля. Провязывается очень просто. Видите, просто ажуры. Для этого мы рисуем контуры. Можно рисовать в программе, можно рисовать как угодно на бумажке в клеточку. Смотрите, чтобы ваши сердечки были симметричны. Вы можете их разместить на нескольких элементах вашего изделия. Будет очень интересно. Выполняются ажуры просто переносом обозначенной клеточки петли на соседнюю иглу. Получается ажурчик. Конфигурация этих ажуров может быть абсолютно любой. Таким образом, можно не только сердечки вязать, любые фигуры. Итак, у меня 43 ряд. И я сдвигаю петли. Ажуры к центру. То есть я оформляю уже верхнюю часть большого сердечка. Самое главное при провязывании ажуров убирать иглы в рабочее либо в переднее положение. Если иглы, которые вы освободили, останутся в заднем положении, у вас будет дорожка, а не ажур. Ажуры можно выполнять через два ряда, то есть два движения кареткой. Раз, два. Провязав два ряда, я могу выполнять следующий ажур, потому что образовалась петля. И теперь такая аккуратненькая дырочка у меня никуда не денется. Если делать переносы через один ряд, у вас будет немножко по-другому смотреться ваш узор. Иглу в рабочее положение, и узор закончен. Контуры большого сердечка и на нем маленькое. Для того, чтобы рисовать, сначала рисуете большое сердце, потом выполняете маленькое. В процессе можно немножко корректировать узор, если вы видите, что у вас не хватает по длине, по ширине. Узор я вам предоставлю, если вы будете провязывать мой вариант. И мы видим, что это просто и достаточно эффектно. Если такой узор, такой метод провязывания узоров вам понравился, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Приходите на бесплатные вязальные посиделки и нашу школу машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова.